за гол. Классная комбинация, Луценко в дальний, очень точно. Вот это удар! Вот это Даниэль Карпов! Классная передача, и долго Молчанинов бежал и позволили ему пробить. Конечно, претензии должны быть серьезнейшие к обороне. Удар! И второй забивает Арсенал! Ну что за игра в концовке? Что за игрушка вколачивает Сергей Ткачев? Его левая нога! Колотушка Ткачева! Второй гол через минуту, даже меньше после ответного мяча Уфы. Арсенал снова выходит вперед. Сейчас они вот с Ботакой, два центральных основных, и сегодня еще Ушахин добавился в три центральных, но я думаю, что это еще момент может быть, да, давай смотрим момент, удар в дальний, и какое же исполнение Евгения Луценко, говорили мы о том, что голова, да что надо, голова, да у него еще левая, пушка, как он исполнил, со шмиды, да, с левой ноги, сейчас болельщикам побежал, болельщикам, которые радуются, ожидая этот мяч, этот успех команды, столько нервов потратили, классная комбинация, и Луценко в дальний, очень точно, конечно, мастерюга. Подача, хорошая подача. И ой-ой-ой, какой мяч! Что за голы сегодня залетают? Грузнов делает счет 2-0. Мамма миа, что за гол? Если так пойдет, то каждый гол Шинника будет становиться самым красивым в туре. Карпов уже практически в штрафной, уходит мяч под левый. Карпов бьет в дальний угол, 1-0! Вот это удар! Вот это Даниэль Карпов, я про него вам говорил, я сказал, что он опасен. Казалось бы, ничего опасного, но Карпов здорово здесь сыграл. Обыграл Плиеву и попал, конечно, еще и от штанги, по-моему, да, мяч отскочил. Сейчас посмотрим на этом повторе, вот здесь Плиева Карпов обходит. Удар, да, штанг. Чуть-чуть мяч коснулся штанги и влетел в ворота. Много там было игроков, и братья Джинджалы. Но сейчас атака Балтики. Сейчас удар будет! И какой гол! Гол! Гол забивает Пряхин! Вот не зря! Наверное, дали мы ему такие авансы в начале. Перехвалили даже где-то, и он этим, чувствуя, вдохновился. Шучу, конечно, но удар потрясающий. И Пряхин забивает. А дальше ни от кого уходить не понадобилось. Потому что вот здесь оставили огромную зону.